Поехали. Сегодня у нас будет запись полного маршрута номер 25. Круче. Сейчас заработает. Детский садик в промзоне. Это работает. Наверное, нас услышал. Уточнил, какой ты информатор хочешь слушать. Информатор от Киева Волинского до музея Великой Отечественной войны. Давай. Пожалуйста. Киев Волинский Royal Station. Настроил. Слышала? Да. А следующая какая? Читай. Бульвар Байтон. Хотя бы так. А это думал. Спасибо. 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 Спасибо.
свет включается. А ну-ка, я сейчас выключится. Ну, выключится. Нет. Почти говорил, автоматически. Это ж... А, это уже затемнено. Это точно не он включает свет. Все это было странно. Я могу его убрать. А то как вам помоли, то я не знаю. Он сейчас, наверное, информатор уже пора включить. Тут молчит что-то наш информатор. Все, включай информатор. Бульвар Васокова, включай. Да ну, я на такой стол. Так мне не надо это. Настроил и выключил информатор. Настроил его, зато опять снился. Я уже похвалил его. Рано похвалил его. Да. Выходить надо будет там или не отстой. Да блин. Ну а что ты хотел? После длинного пути нужно отдохнуть. Да. Ну развернется. Да он там быстро, 13 минут. Что тебе, 13 минут сложно постоять? Да, холодно тут. Точнее вообще теплее. А там же что? Такого не будет, наверное. Что там? Все, поехали. Строительный мусор понаставили. Ну, информатор, пожалуйста. Водитель, информатор. Улица Героев Севастополя. Включи, пожалуйста. Запынка в улице. Вот, послышал. Финансовый владеет супермаркет, который... Типа... Она слышит. Thank you.
Я вчера ездил в центр школы, а потом ездил в центр школы.
ехать нам далеко, но все разговаривать не разрешено. Видно. Где? Ну вот же телефон. Вот же рядом. Мне неудобно так. Естественно, а еще из чего? Из загораживания. О, пятый автобус и парк. Интересно, смысл был короткий автобус на такой длинный маршрут ставить. Здесь и длинный автобус может проехать. Где-то может на поворотах что-то не было. Но я же видел, что длинные автобусы на этом музее. Там они могут повернуть. Да, я не знаю. Может, просто нету сейчас. Блин, ремонтные работы тут, наверное, идут. Машины направлять по верхнему ярусу, что это такое? По полосе, там где общественный транспорт ездить. Спынка Чокольский бульвар.
Чоколівський бульвар. This is Чоколівський бульвар. Ось і 30-й. Назад возвращається. А, ні, це не тут. Це з рекламою. Контроля тут нет. А простать наука не доезжает? Проспект науки. Проспект науки, я не знаю. Я говорю, проспект науки не доезжает. Пускай идет на 40-й, если садится по проспекту, я как бы проспекту науки. Я не, хотя я сам не знаю, что по проспекту науки есть, скажи 40-й. Уже 25 минут едем. Казалось бы, короткое расстояние, но уже 25 минут. А нам еще очень много ехать. Thank you.
талончика. Да. Как выбить 2 талончика? Приложите еще, нажмите на стрелку и приложите к валидатору еще. На стрелку, ну типа. Один раз приложите, а потом вторую на стрелку. Вначале один раз приложили. Ну это 2. Один раз. Приложи. Сейчас. Теперь на стрелочку нажимайте за скольких. Ну, нажимайте столько раз, за скольких людей нужно оплатить. А теперь на стрелочку вперед? Ну да, вперед. Короче, смотрите, у вас этот уже пробит. Этот уже пробит. Этот пробит. Этот пробит. Этот пробит. В смысле пробит? Это все новые. Это не новые. Хорошо, я их только попугала. Да. Вот смотрите. Вот один. Вот один. Ну вот. А теперь второй на стрелочку? Вначале на стрелку, а потом... Нет, мужчина, вы не это самое. Они QR-код покупают отдельный, понял? А, то есть вы просто поворачиваете и второй проводите, и все. А, конечно. Просто вы два оплатили. Все, и все. Ага, спасибо большое. Может сразу, короче, не этот самый. Спасибо большое. Если карточка. Спасибо большое. До карточки вы еще не дошли. А QR-код, он одноразовый, получается. Да. Вы два QR-кода купили, один пробили, второй пробили. Все, понял, спасибо большое. Раньше я купил, я не знаю, 30 минут уже. Вы это урегулировали, что если вы 3 QR-кода пробиваете в одном и том же месте, и они срабатывали раньше. Сейчас они не должны срабатывать. Все, вам. Спасибо. Я тоже компьютерный мастер, пока разобрался в этой херне. Спасибо, мастер. Спасибо, спасибо. Я знала, где он. Ага. Первый раз на этом еду. На Лесном проспекте площадь Волгоградская, здесь улица Волгоградская. Да. Совпадение. А он направо сейчас, я думал налево. Посмотри, Мерседес едет. Мерседес без номера. А не с номером, 25-й. Маршрут, это тебе да? Не метро. Это как 30-й. Только там 24 километра, а здесь 19. 5 километров разница. Я не знаю, где 300, где я не знал, где что.
Я на Протасов Яр был уже, на 40-м. Я тогда по Сикольче один поехал, снимать 40-й. К счастью, получилось. А где железнодорожная станция Протасов? Протасов Яр тогда. Ускоряйся давай. Ускорился. Называется. Все, он уже по маршруту 40-го троллейбуса поехал. Уже знакомые места пошли. Вот это я уже знаю, это место. Вот там, там станция метро. Я не знаю, как ты можешь не помнить это место, если ты летом был вот здесь. Летом ты здесь проезжал уже. Место. Тот мост вспомнил? Я вижу. Вот он. Мы что? Мы что? Ну тут байковый план еще находится. Ты что? Сейчас на этой остановке. По правой стороне. Вот мы туда шли. Улица Казимира Малевича, знакомая улица. Дальше прямо
Там 40-й. Ну да, он. Да. Давай следующую остановку объявляй. Город Дубов. Интересно, во втором парке то же самое или там хотя бы получше? Дальше заехали, вот здесь мы точно не были. Ага. О, елки до сих пор стоят. Пора уже убирать. Закончились праздники новогодние. Ясла, садок, школа, творчий мост. Поселят тетюнок. Что там? Пускай на остановку идет. Следующий будет не скоро. Ну да. Гриша там. Уверен, что это Гриша? О, да, помахал. Вот он в Глова работает. Понятно.
почти доехали, уже Печерскую лавру видно. Сорок шесть минут уже. На автобусе перемещается. На автобусе заказ завозит. Нормально. Кто-то на велосипеде работает в Глово, кто-то на машине, кто-то на такси, кто-то на. Для такси. Да. А в чем прикол, смотри? Не знаю. Ты за вот платишь за такси, наверное, должен. Потом. Ну, есть такие, которые. Додумались. Дорого будет находить. Так, информатор включи и вводите. И не окупится, наверное. Ну, на автобусе и на велосипеде мне кажется, лучше перемещаться. Вот как раз он правильно делает то, что на автобусе. Правильно делает. Нужно деньги зарабатывать. А, не 15. А, нет. А я тоже зарабатываю, только в колледже. Ну, конечно. Стипендии не лишили, так что. О, 55-й автобус тут ездит, ничего себе. Да на Дарвинскую площадь. Сюда на Дарвинскую площадь можно доехать. А что, с Алмазова сделано, то, что генерала Алмазова. Может, Алмазов фамилия? Да. Заходили, водитель на нас не смотрел. То есть он не поймет, почему второй раз едем обратно. Смотри, что-то мне подсказывает, то, что эта елка была на ВДНХ. Да, кстати, похоже, вот эта машина с елкой. Да, фотка есть, можем дома сравнить. Да. О, станция метро Арсенальная сейчас будет. Нет. Самый престижный район и самый дорогой район. Чего, плоской типа нет? Сторонки стоит? Милославская далеко от метро, а здесь близко. Не, ну там много на что может здесь. Ты 14-й. Ну здесь, здесь тоже много на что. Тут тоже много транспорта ездит. Помимо... Уйти. Здесь и суд у нас находится. Суд. Суд Печерского района. Здесь, кстати, политиков еще судили раньше. Так и сейчас судят, если они в чем-то провинились.
английского тут нету информатора на эти остановки. Бурдуков еще перевод не придумал. Ему же платят за то, что переводит. Может, захотели платить им за то, чтобы на английский перевел. Денег решили сэкономить. Вот именно. Думали, и без перевода нормально будет. А вдруг сюда иностранец приедет? Ну, это уже не знаю. Завод Арсенал. Надо жаловаться. Они бы сделали, типа, не видели эту жалобу. Какие тут старые дома, старые остановки. Почти до станции только в Арсенале доехали. Одна остановка до Арсенала. Да, очень удобный маршрут. Весь Киев объезжает. И всего за 8 гривен. 242-я маршрутка тоже пол Киева объезжает, но за 15 гривен. А здесь за 8. Здесь на 3 человека. А помнишь, мы здесь скучали? Что? Это вы суд? Я не знаю, что это. Ты что там про суд рассказывал? Не, суд там был, а это уже что-то другое. Тут еще все новогоднее еще. Одесса мама. Написано. Они ошиблись, в каком городе вообще находимся. Там, знаешь, это... А где тут море тогда? Знаешь, а где тут море тогда, если это типа, там... Не, это просто может быть ресторан в Одессе, но он по всей Украине. Возможно. Ну, может, ну, его создали в Одессе, так же, как а он по всей Украине. Точно так же, как Рошен. У Порошенко в Киеве и по всему миру, типа. Ну да, только там по всему миру. Ну как, совсем уж. Станция метро Арсенальная. Кстати, вот это я понял. Но вот там сейчас приезжайте, вот о, на пысынку ходил. Расскажешь. Вот 38Т. Фух, это не по нашей душу. Еще рано. А вы Донал едете отсюда, да? Донал, едете отсюда? С той стороны, да? Да что там? А кому-то... А, это на сайте сказали, 24. Да. 24. Сейчас тебе покажу, тут я этот высылки писал. До 24-го автобуса тоже доберемся. Он от этого музея же до вокзала едет. С центра еще заезжает он. Mm-hmm. И мы таким образом все автобусы на вокзале перестим. Там потом после 24-го 50 останется и все. А дальше троллейбусы только там останутся. Там может 12-й, там какой там еще 14-й. О, краевид Киева. Парк Вечной Славы. Здесь начинается, а там он заканчивается. Что какой-то маленький, да? Большой он. Нет, в смысле, длину, да. А в ширь, да. Да, в длину, да. А, ну хотя... Сказал, не приехал.
блять. Рундуков заговорился уже. Ага. Выделяешься, если что. Водитель может узнать на шапке. Там, ладно.